вы должны понять, мужчине деньги давать нельзя. Ну, нельзя просто. Если мужик в заднице, то есть по финансам, он должен научиться решать свою проблему сам. Если вы ему дали, если вы ему дали деньги, он понимает, это решение проблемы. Мужчине, в принципе, все равно, как решать проблему. Если вы думаете, что у мужчин есть такие, как бы, рейтинг достойных способов решения проблем. Нет, такого рейтинга нет. Ну, может быть, когда-то в рыцарстве, там, у самураев такой рейтинг был. У современных мужчин нет кодекса, вообще нет понятия, что такое, такой мужчина, нет критериев. И, в принципе, это никогда не было. Не было критерия российского крестьянина. Были какие-то нормы, там, христианин, например, или там самурай, или там российский офицер, рыцарь. Вот такие кодексы были. Но сейчас нет. Где сейчас рыцарство, где сейчас самурайство, где сейчас офицерство? Да даже как бы кодекс христианства, что это такое? Ну, люби, терпи, а мужского там нет никакого принципа. Поэтому у мужчин нет принципов правильного или неправильного достижения цели. Любой способ является правильным. Особенно в последнее время очень популяризируются способ достижения своей цели, который называется как пиратским. Пиратский способ такой. Смотрим, чтобы понимать психологию мужчин, должны смотреть мужские фильмы. Смотрим, пересматриваем фильм «Пираты Карибского моря». И все там написано, все там сказано. Мужчины говорят: «Пираты, у нас какой девиз? Сам все забирай, никому ничего не отдавай». Вот это мужской принцип. Ну, что, у тебя все есть, у других ничего нет. Все нормально. Пока у тебя все есть, все в порядке. Ну да, получается там иногда задница, но ловкие пираты, типа Джек Воробей, капитан Джек Воробей, конечно, выпутывается из них ловко. Ну, так же и мужчины думают. Они взяли у вас денежки, а потом выпутаются как-нибудь ловко, скажут: потом, сейчас сложные времена, а ты что со мной, из-за денег? Ты до сих пор помнишь эти деньги? Какие все бабы меркантильные. Ну, типичная детская разводка. Милые мои, не давайте мужикам деньги. Даже если он очень-очень просит, если ему очень-очень-очень надо. Все просто. Если мужик остался без денег, значит, он без мозгов. Ну, бывают такие. Ну, нет, бывают у всех, там, вложил что-то, там, прогорел. Ну, первое, почему ты прогорел? Там, если ты рискуешь всем, о чем ты думал? Значит, ты без мозгов. Если ты без мозгов, значит, тебе нужно учиться, чтобы выбираться из задницы. Вот и все. Нет денег, иди заработай. Иди укради. Я не знаю, я не рекомендую никому красть, но, знаете, как просто, вот, мужики, то есть что угодно, заработай, украдишь. Ты должен это сделать сам. Если ты это не умеешь делать, если ты живешь за счет женщины, просишь у нее деньги, ты кто? Альфонсик. Не Альфонс. Альфонсо это слишком гордо звонит. Альфонсо какой-нибудь. Альфонсо для Торос какой-нибудь, нет. Альфонсик. Берешь по мелочи, там, 2000, там, 1500. Альфонсик ты мой.